Дорогие друзья, я извиняюсь, что видео не выходит каждое воскресенье, но теперь я больше времени провожу в медицинских учреждениях, чем в мастерской, ремонтирую еще один проект. Теперь я нуждаюсь в вашей поддержке, мне и моему каналу. В описании есть мои реквизиты, у кого есть желание меня поддержать, вы можете это сделать. Заранее всех благодарю. Привет, друзья! Сегодня новый проект. BMW X3 с битым передком. Повреждения сильные. Когда я разберу перец, мы увидим все повреждения. Ладно, начнем. Дополнительная информация. Эта машина уже проходит тест и скоро будет в продаже. Ремонт проводился с заменой на оригинальные, но БУ детали. Система безопасности восстановлена, геометрия колес сделана. Дополнительная информация у продавца. Ссылки на его почту в описании. Немного разобрал. Теперь увожу машину для снятия двигателя. Итак, двигатель снят, машина установлена на стапель. Сначала я вытягиваю поврежденные места. We'll be right back.
Итак, с вытяжкой я закончил. Теперь я удаляю лонжерон и стакан абортика. Это все я забью. Так, весь поврежденный металл удален. Нужный кусок возьму с этой донорской части. Этот кусок будет стоять на машине. Примеряю его. Все прекрасненько, размеры все одинаковые. Теперь снимаю эту часть, наношу клей, ставлю этот кусок обратно и креплю его болтами, заклепками, сваркой.
Итак, донорская часть установлена и закреплена. Крашу ее. Лонжерон покрашен и облит антикором. Устанавливаю подвеску, затем капот и крылья. После этого машина уезжает для установки двигателя и затем на покраску. Через 10 дней машина прибыла с установленным двигателем и покрашена. Собираю ее. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 58 часов. Моя работа, 10 дней покраска, 4 дня снятие и установка двигателя.
на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!